Кондитерская фабрика «Тореро» начала работать в 2000 году в Москве. Но уже в 2008 в связи с динамичным ростом компании было принято решение о развитии производства. Для этого был приобретен, восстановлен и переоборудован под производство кондитерской продукции Куркинский молочный завод, находящийся в Тульской области. При производстве изделий используется высокотехнологичное современное оборудование от ведущих европейских производителей. Мы ввели в эксплуатацию итальянскую систему бестарного хранения муки, что позволило более оперативно проводить некоторые процессы на производстве. Автоматическая система позволяет дозировать, опять же, в автоматическом режиме на все этапы. Это приготовление теста, приготовление начинки, это автоматическая дозация и сахарной пудры, и всех ингредиентов. Введена в строй новейшая линия, современное упаковочное оборудование позволяет выпускать до 600 упаковок в минуту готовой продукции. Ассортимент продукции кондитерской фабрики «Тореро» насчитывает более 300 наименований изделий – вафельные, зефирные, пастило-мармеладные. Продукция изготавливается как под собственными торговыми знаками «Тореро», «Село Пастушкино», «Веселый Тоша», «Суфлейное удовольствие», так и под собственными торговыми марками крупнейших федеральных сетей. Вся продукция фабрики производится по традиционным и оригинальным рецептурам, разработанным технологами компании. «Тореро» придерживается курса «Качественный продукт по доступной цене». На фабрике установлена жесткая система контроля качества и безопасности пищевой продукции. В 2017 году предприятие сертифицировалось по международной схеме сертификации систем менеджмента безопасности пищевой продукции FSCC-22000. На производственных площадках имеются собственные склады, с которых осуществляется отгрузка клиентам. Сбыт налажен по всем возможным каналам. Выпускаемая фабрикой продукция представлена в сетевых и других каналах торговли на территории России и стран СНГ. Предприятие также поставляет продукцию в Китай, Индию, Монголию, Иран, Вьетнам, Израиль, Соединенные Штаты и другие страны Америки, Азии и Европы. Компания не ставит для себя границ в расширении рынков сбыта, производит качественную продукцию и гордится этим. На производственной площадке в Куркино работает более 400 человек. Компания много внимания уделяет качеству условий труда и отдыха сотрудников. Заинтересована в звании «надежный работодатель» и «лучшее место работы». Ключевыми корпоративными социальными программами являются индексация заработной платы, обучение сотрудников за счет компании. Кондитерская фабрика «Тореро» оказывает спонсорскую помощь многодетным и малообеспеченным семьям Куркинского района. Также мы дарим сладкие подарки для детей наших сотрудников, для детей детского сада и начальных классов Куркинского района. Очень тесно мы сотрудничаем с Куркинским советом ветеранов, со школы-интернат, оказываем спонсорскую помощь храму Иоанна Богослова и приходской школе. Как социально ответственная компания, «Тореро» активно участвует в благоустройстве поселка Куркино, сотрудничает с администрацией Тульской области и оказывает поддержку населения по социальным вопросам. Кондитерская фабрика «Тореро» принимает участие в различных торговых выставках на территории России и за рубежом. Оказывает активную маркетинговую поддержку партнерам по продвижению продукции компании на внутреннем и внешнем рынках. А высокие вкусовые качества изделий кондитерской фабрики «Тореро» неоднократно были отмечены наградами на международных конкурсах. Слаженная работа всех структурных подразделений компании, современное мощное оборудование, сочетание классических и инновационных технологий – вот составляющие успеха кондитерской фабрики «Тореро».